Приветствую вас, друзья! Сегодня у нас очередная разборка электроники, и мы будем разбирать зарядное устройство LaCrosse, моделька BC700. Очень популярная модель, в интернете можете посмотреть обзоры этой модельки. Сам я пользуюсь этим зарядником, где-то уже, наверное, около 2 лет, никогда не подводил. Отличное зарядное устройство под аккумуляторы 3А2, то есть мини-пальчиковые, пальчиковые. Сейчас я продемонстрирую, что это все работает. Вставляем блок питания. Пошло у нас вот на светодиоде. Это сейчас у нас определяется, что не вставлено, соответственно, гнездо. Вот мы вставляем. Пошла зарядка. Вот, сегодня будет не обзор, как я уже сказал, а разборка, поэтому не будем останавливаться на этом зарядке, на этой зарядке, а будем ее раскрывать. Самому интересно, что там внутри, какая элементная база. Просто она довольно-таки качественная, умная зарядка, поэтому мне интересно, что же, из чего же она там состоит. Она очень легкая, все там, соответственно, схема вся импульсная. Я сейчас покажу обратную сторону на камеру, посмотрите. От 300 до 3 ампер, от 300 миллиампер до 3 ампер позволяет заряжать. Ну вот, видим следы флюса, вот какие-то отпечатки. Отпечатки пальцев. Пайка, честно говоря, сразу мне не нравится. Минус сразу, что вот эта вот идет микросхема. Так называемый плевок. Может быть, кто-то по-другому это все называет. Ну, лучше бы здесь, конечно, была дискретный элемент обычный, чем вот такой вот. То есть это не заменяется. Это если, не дай бог, что-то сгорает, то все. И, соответственно, поменять мы это все не сможем, не зная модели и всего остального. Так, продолжаем дальше раскручивать это все. Здесь в каждом канале, точнее здесь 4-канальная зарядка, то есть раздельная. И на 2 канала идет по термодатчику. Сейчас я хочу это все посмотреть. Надеюсь, там ничего не вывалится у меня. Так, давайте вот этой штучкой подденем. Что-то нам здесь мешает. Скорее всего, вот это еще надо крутить. Так, потихонечку пошло у нас вот так. Так, пластиковые кнопки, ABS пластик, что-то один стоит, может быть, качество. Так вот, сразу вижу термодатчики. Да, они действительно есть. Вот они стоят, они. Что мы еще видим здесь? Кнопочку сейчас это вытащу. Ага, вытащилась у меня кнопочка сразу с контактом. Видите, да? Вот. Так что у нас здесь под дисплеем я вижу здесь похоже на фильтр какой-то. Знаете, фильтр промежуточной частоты в приемниках. Ну, скорее всего, кварц, наверное. Так, сейчас посмотрю. 4,10 МГц. Тройка. Так, а нет, 4 либо диода, либо стабилитрона в корпусе таком вот. Так, как бы это все показать? Сейчас я посвечу фонариком. Вот, видите, да? Так. В принципе, и все. Дисплей обычный. Ничего удивительного нету. Здесь диоды стоят. Обычные. Кнопки даже не припаяны, то есть вот такие мембранного типа. Но я говорю, что начал снимать, и вот
одна кнопочка. Но она, кстати, вот двухконтактная. Если бы она была бы трехконтактная, то здесь бы была бы напайка. Здесь нет напайки, если кто видит. Вот, ну, в принципе, и все. Честно говоря, ожидал большего от этой зарядки в плане того, что количество элементов. Ну, может быть, оно к тому и к лучшему, что чем меньше, тем лучше. Хотя, опять же, говорю, единственный минус это то, что здесь стоит эта микросхема плевок, так называемая. Поменять не удастся. Если что-то, то все. Покупай новую, что называется. Так, сейчас я вот это попробую вставить. До конца уже все это. Я извиняюсь за время, которое вы сейчас смотрите. Так. Все-таки хочется собрать уже на камеру это все и проверить, работает ли оно. Все. Я вставил. Так, так. О, пожалуйста. Незапланированное снятие, демонтаж, скажем так, дисплея. Ну вот, давайте поближе туда посмотрим, раз уж так получилось. Так вот, я говорю, что наподобие кварца 419М мегагерц, скорее всего. Ну что-то, не знаю, мне кажется. ну хотя, это может быть частота, да, для питания этого процессора самого. Так, как вы уже заметили, в данном зарядном устройстве нету трансформатора. То есть сюда подается только напряжение. Всю функцию, так скажем, подачи электропитания выполняет уже, собственно, блок питания, который внешне идет. Так, ну давайте, сейчас я вставлю это все. Так, вставил я. Так, так, так. И попробуем это все корпус обратно поставить. Еще раз прошу прощения. Не хочу видео как-то обрезать. Пускай это будет так, как есть. Ага. Все-таки придется здесь, наверное, либо на паузу поставить. Скорее всего, так и сделаю. Да, скорее всего, поставлю на паузу. И продолжим. Итак, я все удачно здесь собрал, кнопочку поправил. Начинаю обратный процесс сборки. Повторюсь, что данное зарядное устройство имеет 4 независимых канала для заряда. То есть мы можем аккумулятор ставить либо в первый, либо второй, туда-сюда, куда угодно. Вот, и соответственно, на каждый канал можем задать отдельный ток заряда. То есть здесь, допустим, 200 мА, здесь 700 мА. Это максимально, что возможно. Вот так вот. Все, давайте закрываем крышечку. Закручиваем последние винтики. Вот. И как вы уже заметили, что здесь микросхема под слоем компаунда находится. Поэтому, скорее всего, может быть это подделка, не знаю. Может быть это оригинальное зарядное устройство. Если кто-то, скажем так, разбирал, есть опыт разбора аналогичных устройств, именно модельки BC700, и он что-то видел, скажем так, другое, отличающееся от моей разборки, то пускай напишет в комментариях, может быть, там какие-то микросхемы, может быть, какие-то другие детали там содержатся. Мне просто интересно, на самом деле, потому что, ну, зарядное устройство из категории, скажем так, выше среднего, по стоимости, даже в свое время, когда я покупал, где-то 2 года назад, оно стоило, ну, прилично, там, обычное зарядное устройство, не интеллектуально можно было купить, там, ну, я, как бы, сейчас цен не помню, допустим, грубо говоря, за 300 рублей, это стоило уже под 1000, понимаете, то есть в 3 раза где-то дороже обычных, неумных, скажем так, зарядных устройств. Так, все, я ее полностью собрал, кнопочки хорошо работают, включаем. Все работает, ничего не повредилось. Давайте ставим аккумулятор. Все, пошла зарядка. Здесь 200 мА, 500 мА, 700 мА можно ставить зарядный ток. Соответственно, время заряда сокращается. Ну, это, говорю, не обзор, это была разборка. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных разборок. Всем пока!